Я не за эти колбы давал. Минус нахуй. Хотя танкам тоже надо нахуй. И фонарь, и дерьмичу нахуй. За охуенную в третью фазу нахуй. Блин, а у тебя что за цифра странная? Они Ну, отличаются. там ИВС написано, а это, скорее всего, хил с Нет, абсорбом. ты не понял. У него даже ИВС отличается с моим. Ну, это же details. А, у тебя тоже details? Или что у тебя? Да, Ну, хуй details, у меня знает. тоже. Может, это от пинги зависит. У каждого игрока там немножко отличается. Да не ебец. Ты хоть задержку поставь 3 секунды обновления, все равно будет одни и те же цифры должна быть в конце. У меня 5.30 часов стоит, у него 5.6 почему-то моего. Ну-ка, что там у холисты было? А холиста меньше всего. Это с абсорбом получается. А. Номер, блять, от пельменей или от лужи, нахуй, хуй пойми, там, по-моему, и то словил. Масло перемажьте. Короче, на колбах. Я масло пока мажу. Горно тут ему не хватает что-то. Лужа. Выводи уже. А ради нет. Это вы теперь хотишь она мне? Плюну. Угу. Подбежали быстрее. Подъебал. Зеленый. Подводи босс. Босс, подводи, дермич. Служи вышли. Служи вышли быстрее сразу. Готовим все пельмени сразу. Это еще откуда? Пельмени точнее. Колба еще будет. Колба. РДД по красному поехал. Пельмени аккуратно. Милики в красную сыграем. Аккуратно уже. Готовимся к колбе. Колба на секунду. Колба. Пельмени отошли. Готовимся зеленого. Зеленого все еще не поехал. Колба 2 секунды. Пельмени отошли. РДД по красному.
уже вышли. Мелики в красном освещены. Колба аккуратно сейчас будет. По зеленым поехал. Пельмени отошли. Отошли. Пизда нахуй. Рофлыч Бэр. Рофлыч Бэр Ринда. Войтфюри Арислин. Добились зеленого быстрее. Сколько там процентов? Переплюнул. Не бейте босса, не бейте вообще босса. Ждите. Встали тех, кого резнули. Ребахнули Рогу и Паладина быстрее. Пельмени отошли. Настя. Идите от красного. По красному сыграли все. Профа чуть подбивайте тоже. Видишь, нормально. По красному. Веди профа прямо красный. Все, профа переводим просто. У Барбаросса, если что, на ССКД. Пиздец, под ложным выпадом нахуй сложила. Я хуею, блядь. Очень больно прилетело, прям очень больно. Батя и СС по Арислин. Колбы. А чё так рано, блядь? Да что такое? Потому что, блядь, это Сирус, нахуй. И должен чувствовать. Уже вышли. Пельмени. Вернулись обратно, ребята. Колба сейчас будет готовить. 2 секунды. Колба. Дай диван, Арислин, по ничего. Пельмени отошли. Лужи. Забирай вернуть вас. Еще рано. Нормально. Теперь да. Пускай руник набивай. Дремич, забери. Види босса, сейчас попробую. Види босса просто. Блять, забанился такой. Ха, поезд таки не упал. Блять, эти пухи обоссаны заебали падать. Зато осколок не упал. Кстати, Кирилл, у меня вопрос. На прошлом трае танкам дали ГП. Можно конкретику? Точнее, ну, минусанули нам. Долго выводили. Очень служи, долго выводили. Сколп, нахуй. Не знаю, в чем у вас там проблема, нахуй. Вы просто, блядь, стоите, нахуй. Да нет, мы пытались все вывести, как только так сразу. Как только увидели. Ну, фонарь, блядь, позади на стрим посмотри. Я думаю, это на стриме будет видно. А где посмотреть? Как посмотреть? Типа, блядь, ну, вот... Что как? Ну он зайди, нет никаких перекуров. Зайди вон, блядь, допустим, кто-то у нас Ридика стримит, вот зайди, посмотри этот пол. Посмотрю. Типа я, ты понимаешь, смотри, я въебало бил нахуй, я получил эту, блядь, колбу нахуй. На максимальной рендже. Такого не должно быть. Если вы хотя бы чуть-чуть начинаете дергать босса. Нет. Давай всех агри. Там лич. Страшный. Да похуй. Ну какой-то лич, это нахуй просто, блять, лич с Алиэкспресса.
Что-то боишься. Вдруг он боб даст, а у меня агро не будет. Че у тебя с хп? Не страшно. Бафов не хватает каких-то. Я вечное пламя надел. А-а-а. Ты решил супер мега агро делать? Я решил делать грязь. Грязевые ванны, да? Да. Шишечковые, я бы сказал. Так на бабушку что-то надевать, нахуй там какую-то хуй дробяшку отделал. А мне мастера надо. Если у меня спарирует удар или уклоняться, то хуже будет минус агро. И чё? Плохо, шеем лучше всего, то нахуй набивает тебя агро его. С вечным проком, знаешь, пока да. Хочу танчить с шеймом в руке. Вот с двумя шеймами в руках, только парировать хочу. Ну, я не в зубах и называть себя Ророро, да? Не, ну, кстати, раньше можно было с шеймом танчить актуал контент без рофла. На вармсе, ой, то есть в варе. Без рофлыч? Да, без рофлыча. Бля, ну что-то прям приятненький патч, приятненький без анимации, блядь. Я так проорал с бонуса по этого, блядь, ПВП билки нахуй этих, блядь, зандаларов нахуй, это пиздец. Который обнаруживает? Да. Да, прикольно, блядь. Я вообще не понимаю, кто там за эти расовые баланс отвечает, это вообще рофл. Они типа берут идеи софы, но, блядь, а потом... Типа 50% а потом просто софы, шишка вместо а потом шишки, да, потом вот, шишки. Когда я видел, короче, чатики десятки в одной, у которой я стоял, я сижу, думаю, что за про зандалары, говорю, ну они оффи, там чистые репалы, бабы брожали, там троечную регенерацию, полухапы. Говорю, да, говорю, так не работает, сижу, думаю, что за херня. Открываю новости, вас сюда зандалары ввели. Так они вчера спалились с этими расами, там уже была добавлена репутация на этих зандаларах. Я вообще не смотрю. Так, там не только репутация, там ребята уже в этих файлах так нашли майер. Название рас, они написали их уже сразу же на форуме. Новая раса будет добавлена, вот у меня информация о них из кода. А, мне кажется, сейчас эльфы бездны зандаларов все прыгнут. Манаре. Кстати, да, надо идти-ка 4 репу на тролля, нахуй. Там 4% раз в 4 секунды, это больше, по идее, чем у... Там, да не, там типа есть, получается, на АП, этот хуйня, есть на энергию, ну, пассивно это залупа, нам на все есть. И еще раз в минуту, каждые 10 секунд, там, этот, блядь, 10% хосты и 10% критического... Это, короче, внебрачный сын Нэшки и тролля. Секс? Типа это заебись. Но он должен быть урод тогда. Ну, зандалары красивые. Сирс делать, как может быть красивый, там они в шлеме были. Не, они типа вот этих эридарок сделали, да? Ой, путы, блядь, эридарок. Зеленых этих ДНФ. Это типа те же гоблины, только гоблины дают модификатор крита, блядь, а рида, эти, блядь, дрены эти дают СПД, нахуй, 2%, по-моему. И вот. Тоже, по-моему, модифай. Ну, да. Вот. И типа, ну, хуй его знает. На кастеров, кажется, мне эти дрены покруче выйдут, чем гоблины. Ну, смотря на кого, типа, в зависимости от крита. На Лока точно будет лучше этот дрены. А, все от класса зависит. А у кого 12% вот эти вот крит модифая сочные? На кого? На Армса? Ну, нет, я имею в виду, какой раз? Зандалар. Это 10%, да, который... Вот 10, да. Это вообще жесть какая-то. Ну, у орка вообще там 20% крит урона, если чё. Нет, заебись хуйня. Там, ну, ты забей, там это типа, им сделали, блядь, всем эти хуйнь, как у вульперов, типа, переключение вот эта хуйня. Там да. Под каждый просто. И еще вот эта вот хуйня, 10% хосты и модификатор крита, типа, жестко. Да там любой класс может сделать зандалара, мне кажется, и нормально будет. Сижу, глаз чешу, тыкаю на холисту, думаю, бля, чё рыбу не жрёт, а? И чё оказалось в итоге?
Она не умеет. Аду, Ада, Рофлыч, Эрза по кинетике, остальные по боссу. Кто там босса, кого танчит, разберитесь. Да. Нет, телесету. Телесету, окей. Хотя, Дермич, иди двоих танчи, Дермич, пускай телесету. Дермич, ты тут? О. Все, окей. Фонари, давай, я в тебя наконец-то верю, блядь. МТ-шу. Сейчас на пол въебут, нахуй. Иди. Угу. А че, отдаю, поехали. Там три человека на кинетике, кроме тебя, блядь. Ну, включая тебя, три человека на кинетике. Справишься, нахуй. Не справитесь, ГП, нахуй. Нихуя, не справился. Дай БР по нему, Серега, у тебя откадышился. Ожидаемо было. Разбежались. Кункарейдж. Мне хуй кливать этого Талдорама, нахуй. Ну, я бы ша нажал, соло таргет жмется. Я Волнара только накупливал. Ебал, я в рот веер крутить, нахуй. Я в шоке. Блять, что там по агру? Килисет забить. Видите, Дармич. ЛБшка, и спамит там килисет. Блять, вихрь. Ёбаный рот. Все, идите Талдорама бить, похуй. Там 10 секунд в мильке осталось. Геру, давай. Ребахните, Вара, чё вы мне ребахнете? Каску уже ребахнет, всё нормально. Протобаф тоже есть. Ой, блядь. Ой, здоров. Там лапки не было, еще чего-то я забыл нахуй. Крита не хватает. Это гордо, кажется. Блин, Мирай, блядь, ты выноси этот вихрь ебущий нахуй. Отойди, отведи. Да, босса. Я вижу, он стоит, кастит. Что я сделаю? Не собью ему. Расскажи ему анекдот. Анекдот это я умею. Разбежались, дай скорую. Сука. До конца, как мужчины. О, он, кстати, впервые выпал этот плащ. Не, он падал уже. А. Ебучий, плащ хороший. Выпали впервые вроде бы как. А нет, ботинки второй раз тоже падают за все СЛК. Не, ботинки даже у меня есть эти. Какие ботинки? Второй раз вижу. Кунка, блядь, ты заебал, ты съел нахуй все осколки, блядь, ты в курсе? Вообще, я осколки забираю, ты просто не видишь. Я, блядь, тебя сама потом нахуй за такое съем. Я не против. Я в шоке. Сука, это должна была быть угроза. Кошки-мышки? Это сексуально. Я в шоке. Фу, да боб! Пиздец, бедный фонарь, нахуй. Детскую психику сломали. Я в шоке. Фонарь просто нам завидует. Какой да. Завидует? Да, Кунка? Да. Я могу всех трахнуть без разрешения. Отрицание. Это что за бог? Отрицание. Я собью сейчас, сокрушитель. Первая стадия отрицания, все правильно. Я это, в магическом контроле. Ну а потом стадия опущения. Где Кунки?
What the fuck? У фонаря воображение разыгралось. За метисом себя каким-то видите в шоке? Фу, фонарь, извини. Прощаю. В следующий раз такое не говорите. Вот когда-нибудь вы будете по мне скучать, когда-нибудь меня не будет с вами, вы будете говорить, где же тот так, фонарик? Узбек, ГГТ? Давай танкуй. Узбек, я в шоке, я ж могу... Это то же самое, как когда-нибудь ты попадешь в ладер? Как ты мне там говоришь? Я уже в ладере. Да. Я уже не хочу мобов открывать. Настя, ты в ладере? Да. А ты постришь вебс на фонаре? Настя, блядь, гладиатор GTX, нахуй, если что, Ринда GTX. Что там, блядь? Так это ты на ней играешь, или это она сама пампит? Да, она сама пампит. Да, Настя. Мне кто-то говорил, что не, что ты играешь. Кунка заверить может, что это Настя. Какая же у тебя дезинформация? Я с ней играю. Это был один из генералов гильдии. Дезинформация. Опа! Тебя наебали, короче. Дань, Бабочка, наебали. Ты улыбаешься, когда ты говоришь. Настя нахпали там просто бьет. Да. Да чё ебёт, я её бущу. Я тебя не видел, я видел Ондру. Кто ещё кого, блядь, из нас бустит, нахуй? Боящий, боящий. Не кончится, нет? Нормально сыпь. Боящий. Настя, на, я тебе сразу скину эту всю хуйню, что так, блядь, боюсь. Я её вообще-то и ролю сразу все, нахуй ты ролишь, я не понимаю. Тебе Настя постоянно говорит, играем агрессивно, а ты как писечка жмёшься к стенке. Ты, говорит, залетаем и ебем под сокрой. Да я как-то в диск, нахуй, зашел там, короче, на себе там хуесосило, пиздец, блядь. Что это за вар, нахуй, там вообще, блядь? Настолько, блядь, хуесосило, что, блядь, даже, нахуй, споймало, блядь, муку, блядь. В то же время, прикинь, она палец диспойлила без клинзы. Давай обмен. Так и нужно, вообще-то. У меня было 5к хп. А, ну тогда можно было чем по-другому. На Ринтован, блядь, 1800 почти, да. Опа, блядь. Реально? Реально, блядь. Кунка, надо будет добить. Засекай, 5 дней будет 2300. 3200. 5000. Не, ну 3200, бля, мне уже настолько не хватит, 10 дней осталось. Сейчас падут все лузы, Настя, все нормально, не переживай, мы позаботимся. Давай, Серчи, на полбах покажем. Бля, да мне главное гладиатор, нахуй, пизда. А что, подожди, а где остальные боешки? А где Водинка? Что ты мне не все отдал? А, блядь, я его вырыл только сейчас. Потом отдам после пост. Сейчас было. МТ что, дерьмич, да? Угу. Да. А что, да? 5, 4, 3, 2, 1. Да, что раньше сделал? Можешь кого кусать. Холиши ты укусишь. Окей. Холиши ты кусишь Швепса. А ты кого укусишь? Батя побежал. Кто? А ты кусай. Бля, сейчас скажу кое. Подумаю. Бэс, приходи, пожалуйста. Кусай чего? Ну, после этого. После холиши. Окей. Я когда у нас закрус там. Где вопрос Кунку Швепс? Best Priest. Я на первой взлетке сдам массакру. Блять. Сука, чуть ГКД не споймал нахуй. Так, холи щит ты где? На кош. Большой псик съебись, конечно. Кирилл. А? Массакру на первый взлет сдам. Где холи щит, блядь? Да. Угу. В левом углу.
И мана тьму там нажмешь, глю или холиста похуй. Он слева стоит. Глу, блядь, стоит. Убейте этого нахуй, блядь. Не давара, блядь. Да походу нам падает, наверное. Не надо, нахуй. Сейчас будет. Хотя... Он же первый был. Ну, куст только следующий через сколько там, блядь. Да хуя времени. Давай диван падайте. Ой, охуеть. Похуй, кусай кого-нибудь похую вообще. Похуй, блядь, на всю эту хуйню. Нахуй это тебе надо? У нас ДПС хватает, блядь. Мы же не в упор убиваем. Укусил кого хочешь. Я не буду подходить, я буду только мили кусать, типа. Пиздец, нахуй. Либо я кусил вагоня на арене. У тебя есть... Сказала Ринда, что это за вар, блядь? У тебя есть вмешательство. Нажал вмешательство и пиздец. Укусил кого хочешь. Что дьявола. Укуси не успел нажать. Вот не мог ты зайти в ужу, да? Все, в печеньку. Входите, кого кусают. Это ваше место злое. Я туда даже не пойду. Давай мили. По укусам так же, мне похуй. Ай, блядь. Пидорасы на кастерах. Вот ты винишь их, а у тебя вмешательство. Один скилл просто нажал в челика, чаржнулся и укусил. Ну и он рагу стоит. Кунка, отменяем кастер ауру? На броню. Всё. Какая рага, блядь, ты сейчас вайпнулся. Все, короче, кунки, значит, больше не даю спо, нихуя. Кастер ауру всегда была, кстати. От другого паладина. Она на мне. Макросы пвпшные, расчехляй. Кунка, вообще не слушай всех, кусай меня. Вагон, блядь, соберись, сука, я то я тебя трахну, блядь, на следующей неделе на арене, блядь. Давай. Я давай, блядь. Не давай. Ебал, нахуй. А он и не против, блядь, посмотрите на него, блядь, раскатал, нахуй, губенку, блядь. Я в шоке. Если S убрать у внушения страха, то будет внушение траха. Страха нет. А, кубл хуёвый, там кто-то запулил, блядь, на ниндзя. Да, это тоже, кстати, минус ЕП. Чё, минус 600 уже тебе, что ли? Не, мне то 600 сняли. О, я забрал! Это мне! Вечный огонь. Стоп, на ком укус? На корешки. Блядь, падаешь, что ли? Хули шить в печеньке стоит, укусишь его. Потом ты хулишит кусаешь кунку, но ты кринжкин кускаешь без прииста. Гнубас? Чего? Без прииста гнубас? Не знаю. Салат, двигаться будешь? Нет, блядь? Мне тут некуда хочешь двигаться. Укус 2 секунды. А можно рептику оформить укус сегодня? Или рептик, блядь, не укусить? Рептик, ну слепись, нахуй. Да ща, все. Без проблем, твое слово за это. Клуж. Я дермище, сейчас буду жульничать. Укус на взлетке будет, поэтому тех, кого назвал в печеньку, сбегайте. Дальше назначу укус после этого. Укусите. Лужа на секунду. Глю. Бабли. В центр сбежались. Раньше набрали. Укусы раздали там печеньки. Эмана тьму жми и массакру. Нажал. Прохил. Блять.
там кого дальше кусают? Сейчас скажу. Так, Криншкин кусаешь Рофлыча. Пунка кусаешь Ринда. Швепс кусаешь Чуаву. И Олеч кусаешь. Так, в эфире у нас херня. Он кусаемый не сорвал. А ты где кушку? Кого? Я ничего. Это холи шиту все равно не тебе. Ты кусаешь Рим. Да не надо мне кусать, я кушаю. Будешь укушенный, я бы нашла. Ну все, давай в этот. Все, дальше укусы похуй. Кому? Верить. Все, в дамагера. Паукус, блядь. Угу. Надо было кусать кого-нибудь так уже, раз ты не успел. Полишит сейчас убивать. Факт, сбегите. Полишиты развернулись, убили быстрее Настя лужи. Быстрее Полишиты убили, блядь. Умираю уже, убил. Центр разбежались. Ой, даже БР по хулишиту. Серый даже помирает. Выжили, блядь. МС баунд, да, и мана типа. Ну прохил, блядь. Чё вы, блядь, не хилите, нихуя. Умираю, вставай. Укусы сейчас раздайте, похуй по всем. Стой тут, не. Укусы раздайте. Любой таргет, похуй. Геру добивайте. Это сейчас был, блядь, смешной паровозик. Два хила, блядь, вкусили, нахуй. И из них, блядь, там 4-5 дд, нахуй, не укушены. Красавчики, блядь. Я блю укусила. Самые близкие, по-моему. Близкие у тебя всегда мелики, нахуй. Да мне кажется, чтобы такого не было, надо просто на левый фланг или на правый фланг, типа не укушен. Покатилась мне сегодня. Настя багруху сама нить. Но я нечаянно занизил на счет. И я скоро забрал. Пиздец просто, блядь. 1.6 нахуй абсорба, холи пал, блядь. Походи щиту, не забудь снять 300. Нет. Извини, потому что лайпал. Нет. Вальмора, у тебя 1.5 как бы. Так, я отменяю перекур, мы идем чистить трэш. Я хочу отсюда быстрее. Рид, извини, но две кнопки, но это пиздец. Все. Что там говоришь мне? С одной кнопкой? Ну, это так, я считаю одну кнопку, но я обожаю дыреберение, можно прожать и все. А так считаю тоже одна кнопка геймплея теперь. Я вообще мышкой играю, в второй руке ковыряюсь, но смотришь, какая разница. Ну, я тоже через мышку играю. А чё? Я не сел как... Сейчас к нему не переживаю. Бля, давайте я тоже буду бегать от укуса нахуй и буду заебись. Ну, укуси ближайший таргет. Кто от тебя бегал? Он в печеньку подбежал, нет? Нет. Его не сел. Ну окей, значит его не сели с ним. Нашли проблему. Двойные стандарты. Винсава, давай это на нашем обычном. Думаю, я не знал, что Винсава так делал, можешь говорить. Суровый парень. Фонарь Бога ради, прошу, пожалуйста, на колдунь еще два осколка. Че, шем будет? И мне останется 10 штучек, пожалуйста. Я наколдую, но ты должна принести мне в жертву одну из игрушек, которая тебе больше всего нравится. У тебя один лежит в лече, понимаешь, уже все хорошо. У меня есть 1.80 плюшевый медведь, хочешь? Дарик, забирай, дай мне два осколка. Да, говорят, ты вагон 30к не дал. Короче, просто голдуем два осколка, больше ничего. Вот так вот ценятся подарки, блядь. Реально, блядь.
Пиздец, а ты что, блядь, реально, это не ты мне дарил, блядь. Бать. Так какая разница? Ну, а мужская ради солидарность, вся хуйня. Ради, это мне девочка с парой с работы, со старой дарили. На день рождения. Так что, Настя, есть, ты... Заявила так, что я вообще не хватит, не дарил. Слышали все? Нет, ты же мне даришь, но я что, и подарки не даю уже. Осколки, блядь? Осколки мне дарит, ну, блядь. Так что, Настя, принимаешь сделку? Вот тебе осколки. Да по факту и осколки тоже дарят. Бля, можно нахуй осколки купить, а? Не, осколки только конченые дауны покупают. Кунка осуждает, да. Блять, ну всего-то... Нет, это очень много. Них неоправданная цена. Там, когда донишь, там еще какие-то бонусные приходят, да? Да, зато потом я дамажить буду как бы. Бля, надо было изначально нахуй целиться в PvP ладдер, блять, на призовые, не бачи было нахуй. А скиньте на пиво. Там, кстати, примерно за первое место, ну даже за четвертое, не знаю, там хватит, типа, тебя осколки. Да похуй на эти призовые, я, блядь, с ладдера, единственное, что хочу, это только звание гладиатора, мне больше там ничего не надо, по сути. Да нет, там в ладдер топ-5 ворваться, там одни доджеры. Гладиатор варики? Варики. Явно не варики, блядь. Подожди, гладиатор варики, попрошу уважения. Барбарики? Он всегда носит тайтл. Я, кстати, претендент ношу, а не он это никогда пиздец. Не снимает. Я даже помню, как он на X2 там все потел, блядь, в ладер, на шоем, чтобы, блядь, это гладиатора себе взять. Но он вообще очень долго и часто регает. Он долго шел к этому, даже гильду основал. Да, да, да. Born for the Arena. Макс, он пришел в метку, ты от него ушел. Он прям за тобой побежал. Если бы у него не было бы тайтл гладиатора, я бы называл его самурай варики. Потому что у него сложный путь. Предлагаю ставить ИП в Аничели, потому что он не догнал ключи. У меня варики не есть еще. Реально, блять. Беба, ты готов? Багнулась. Еще будет багнулась. Там нужно, короче, танец сделать. Она багнулась. Я вспомнил, как Рэти багала, короче, ОКХМ. А первого мода. Не говори, не хочу слушать. Ни Райчи, ни Джасты. Пиздец. Там особый ритуал. Кунка злится. Я в шоке. Метис че. Ой, Кунка ЧСВ. Жена чуть тебя называет Метис. Кунка, блять. Демон с 1000 лиц. Да, хвали Павла будет все хилить. Он, блядь, такой ЧСВ, как я, Токси, блядь. Он ЧСВ бык. Не говорю, он такой ЧСВ, как я, Токси. А в шоке. Подскажите, да, блядь, какую-нибудь игру интересную поиграть, сука. World of Wars. World of Pornocraft. Вот это нормальная игра. X5. Как тебе? Так, короче, 4 минуты по-бырому перекурить, потом запустим. Короче, смотри, есть такая игра, называется... Бля, Беба, я балдею, ты игры онлайн. Ебать, сосна. Вот там... Люди с АОТ ВОВ идут, блядь, ты хочешь в АОТ пойти, серьезно? Настя. Оценишь трансмог? Я только сделал. Добренько. Покурил, оценю. Что ты мне сказала, нихуя не понял? Я, Беба, я сказала, что у тебя очень охуенная сасная редарка. Я прям... Как бы ее трахнул. Видишь Кунку? Это я его взял. Это я создал вот эту зеленую шляпу, нахуй. То есть, получается, ты Кунка? Да. What the fuck? То есть... У тебя раздвоение личности? Настя, если что, я слил с тобой. Настроение. Я в шоке.
Хули вам глаза добавили, я тоже хочу глаза. У меня нету. У тебя они по факту фиолетовые за повязкой. Фонарь, ты танк, тебе зачем глаза? Нет, там нету глаз. Там есть глаза. Тебе напуливают, все нормально. Профани? Где? Стой на месте, стой, я сейчас заскриню даже. Блять. Че, ну. Да я вниз посмотрел. Глаз нет, да? Признай, беба! Я на шаг впереди. Горзо. Сакани, горзо. Бля, Валера, хули ты без рыбы бегаешь? Пиздец. Так хуй знает, да иногда просто, блядь, такой сидишь, думаешь, блядь, что сыграть, нахуй. Как-то игра попадалась, блядь, она, короче, вид как Диабло, вот типа, как это называется, не знаю, нахуй. И там челики бегут в какую-то башню, короче, и вниз спускаются, и там все, отряд набирается больше и больше, и, блядь. И там, когда... да, прикольно, игрушка, ебанутая. Ну, ебанутая. Я, короче, что-то, ну, эту засосало, блядь. Ну так, не сильно, но сюжет такой нормальный. Как называется? Такой. Tower of Time. Вот. Ну и, короче, там бежишь. Там система ебанутая. Я, короче, взломал артмане себе вот эти кристаллы, из которых шмотки делать. Ну и хуярил себе самые лучшие шмотки. Думаю, да и похуй. Хули я буду сидеть фармить, нахуй. Ну и все. Спускаюсь, играю. Там и что-то в конце, там финал такой, что... Этот, блядь, в башне какой-то тип, нахуй. Там какое-то раздвоение личности, там, блядь, постоянно он с ними, блядь, говорит, нахуй, через... Как-то связывается с ними через мозг их, не нахуй. Ну и, короче, по итогу он их там всех захуярил, короче, высосал из них душу, нахуй. Это называется телепатия. Рыбу поставил для тех, кто тут есть. Связывается через мозг. Сука. Ой, блядь. Ну да, да, да. У меня тоже пишут какие-то эти аводы собрались играть. Настоящие мужики играют только в Ратный Гонорёк и все. Успел. Что за Рагнарёк? Вы что, не знаете? Это, короче, игра похожа на Вовку. На плоке я первый раз видел. Графон ненормальный. Там, правда, там нападение на замок начали, по-моему, было. Прямо начало типа для обучения. Поебень по-любому. Ну, короче, да. Скайрим, я что-то пробовал. Ропчусь. Цитадели написано. Вахлапство успел украсть. Галю. Через краба хитить. Надо краба. Краба надо погодить, если я буду.